Польше задержали более 100 нелегально трудоустроимых. Сотрудники пограничной службы в Августове провели проверки незаконности трудоустройства в одном из подляских агентств занятости. Инспекция проверила 198 иностранцев. Среди них граждане Филиппин, Индонезии, Азербайджана, Грузии, Украины, Непала и Беларуси. Как оказалось, 112 иностранцев работали незаконно, без необходимых разрешений и деклараций. Еще четверо из них были обмануты по поводу работодателя и работы, она не отвечала заявленных документах. Кроме того, был выявлен ряд нарушений ведения документации. Все это чревато агентству по трудоустройству штрафом до 30 тысяч злотых. Отдельные разбирательства ведутся в отношении иностранных работников без разрешения на работу. Каждый из них подлежит штрафу в размере не менее 1000 злотых.